Совещание состоялось 12 августа. Основные вопросы встречи касались развития и укрепления сотрудничества между Россией и Абхазией. Российской стороной был разработан проект, направленный на ускорение и упрощение таможенных операций при перемещении большого количества товаров и транспортных средств через границу. Уже сейчас на посту МАП «Адлер» применяются современные технологии, помогающие производить контроль в кратчайшие сроки. В данный момент это предложение рассматривается в соседнем государстве. А вот вопрос создания специализированного таможенного органа Российской Федерации на территории Республики Абхазия уже решен. В значительной степени облегчит оформление товаров, идущих непосредственно из Республики Абхазия в Российскую Федерацию. Особенно это касается плодоовощной продукции, что существенно разгрузит и МАП «Адлер», который, как известно, у нас в пиковый сезон, особенно когда это осень и сбор урожая, работает на пределе своих возможностей. Ну и, соответственно, абхазским предпринимателям даст новые возможности освоения нашего рынка в том числе. Оформлять товар, ввозимый в Россию, либо идущий транзитом через нее, можно будет без совершения таможенных операций в самой стране. Сделать необходимые платежи перевозчики смогут в Сухуми. Таким образом, грузы будут беспрепятственно проходить через российско-абхазскую границу.